Расстреляем первого подопытного. Просто стреляем. ХП, конечно, вообще нет. Страта колодцы ломать. Идти не тут, все тут. Нормально. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас снова видос рубрики «А что если?». А что если снайпер с шестью бабочками, подумал я, и решил это все сделать. Ребятки, конечно же, сегодня я соберу снайперу шесть бабочек, в этом мне будут помогать мои подписчики. Тут все, кстати, подписчики, те, кто подписан на ТГ-канал. Я там делаю анонс, и ребятки, конечно же, успевают, заходят, и мы вместе это делаем. Так что, ребятки, не забывайте подписываться на ТГ, не забывайте в целом подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. И понравится этот вам видосик или нет, я не знаю, поэтому напишите в комментариях после просмотра этого видоса. Спасибо всем, друзья, кто смотрит от души. Что ж, в общем, по тактике у нас все простенько, ребята. Пусть сразу берут героев. Химика, там все такое. И я беру сразу же снайпера. Снайпера. Так, зачем? Нет, лучше омника. Чтобы... Я ДМГ вносил, а то могут заруинить. Будет тяжело. Сейчас решим. Короче, тактика у нас такая. Как обычно, через алхимика, фарм контора, я на снайпере тоже фармлю и тому подобное. Да, будет круто. Тракса, венга, химик, снайпер, омник. Да, неплохой пик, в принципе, будет. Неплохой пик. Будет, в принципе, неплохой пик. Можно вместо венги. Веспа, если что. Венга не даст 90 урона, как тракса. Венга не дает такое количество урона, как тракса. Поэтому имеет смысл взять, конечно, траксу и давать просто буст. Хорошо. Ну что ж, снайпер. Все вы знаете, что снайпер на 85-й карте, он не метовый персонаж. Что такое не метовый персонаж? Я напоминаю, метовый персонаж — это тот персонаж, который подкреплен по патчу своей силой, своей реальной силой. Просто знаете, в чем его сила персонажа? Вот он просто есть, вот у него большой прирост ловкости или какая-то у него способность очень сильно апнута. Именно поэтому этот персонаж будет считаться метовым. Снайпер же является не метовым, потому что у него шрапнель очень сильно урезана. 85-я карта намного больше, чем 83-я, что, соответственно, не позволяет пользоваться его третьей способностью в более лучших форматах и ультом, что, соответственно, делает его максимально неудобным персонажем для 85-й карты, ребятки. Поэтому вот такая тема. Мы попробуем сейчас этого не метового персонажа сделать нереально жесткой машиной. Я надеюсь, это получится интересно. Вот, в принципе, в целом мы разобрались, да, немножко по... героя самому, и сейчас мы будем тушить или непонятно, или может быть мы этот проиграем, кто его знает. В общем-то, ну, какая-то вот такая вот у нас, ребятки, тема. Касаемо геймплея, надеюсь, тут вам будет все понятно. И по кайфам. Лайнингу, что у нас? Омнитракса, топ. Мы не с виспом. Не с виспом. Виспу на стаке просто поближе. Хорошо. Так, возьмем себе по артефактам, чтобы подфармливать. Наверное, я возьму себе сейчас... Все-таки я иду на нижнюю линию. Это значит, что мне нужно будет дополнительный хил, возможно. На виспа сильно рассчитывать не хочу. Поэтому вот так вот сделаем. Берем вот так, вот так. Вот так, вот так. И возьмем в рейзик, в рейзбенд сделаем. Клокверка взяли. Хорошо. Тинни, клокверк. Нифига там. Мовь. Мовь. Норм. Пик. Морта только. Но это не беда. Нормально. В общем, наша задача будет это просто внизу фармить аккуратненько. И все. И все.
Спасибо всем, кто, как говорится, на видосике, друзья. Все, кто кушает, приятного аппетита. Если кто-то у нас употребляет чай, как я, то приятного чаепития. Нормалин, нормалин. Так, жесткие, жесткие пацаны там. Жесткие. Ребята собрались на победку плеять. На победку. Так, алхимику не знаю, не факт, что мы тут руну заберем. Мне кажется, нужно было с омником сейчас идти. С омником. Но они в пятером будут пытаться руну эту забирать, я так думаю. Пятером. Ух, жесткая катка будет. В случае, если мы будем немножко просаживаться. Немножко просаживаться в геймплей, да? То я буду немного пересобираться. Образно у нас будет там, если вот все плохо, да, и 5 бабочек, то мы немножко соберем другие артефакты. То есть там образно 4 бабочки оставляем и деремся там с двумя какими-то артефактами. То есть задача основная, конечно же, это выиграть и посмотреть вот как бы, ну, насколько это профитно, да, там 6 бабочек. Как это, интересно или неинтересно будет. То есть как бы, ну, вот эту тему мы все будем смотреть. По шрапнелям, ребятки, конечно же, вот многие ребята, которые заходят там и на стримы, и гайды, я не знаю, гайды не смотрят в целом, но иногда есть ребята, которые смотрят. По шрапнели, что я могу сказать? 55 секунд кулдауна этой шрапнели, и плюс она почти не замедляет и не дает вижена, это очень-очень-очень не очень, я выражусь так. Давайте вот так сделаем. О, так они тут всей толпой. Вот тут алхимика продавать сейчас будем, походу, да? Ой-ой-ой, да я вот так сделаю. Все шрапнели потрачу. Может, алхимика это и засейвит. Может, это и засейвит алхимика. Хорошо, подхил пошел. Отдам пацану подхил. Надо, чтобы висп ушел. Хорошо, он ушел. Подхил я отдал. На меня, если что, зацепится. Найс, все. Пойдет. Неплохо, ушли, ушли. Ребята остались ни с чем. Ребята злые, ребята недовольные. А снайпер довольный идет на линию. Буду качать ли я тут шрапнель на серьезке? Это вопрос. Потому что я шрапнель обычно не качаю. Я раскачиваю 2-3 и стараюсь перелосхитить. Но это, как правило, тактика для мида. Ведь в миду это вообще пушка-тактика. Вы просто перелосхичиваете, у вас очень много дэмджа с хедшота. И с троечки у вас тоже очень все хорошо. И как бы вы не паритесь. Оп, хорошо. Так, в рейзик. Я пока соло стою, да? Тяжело, кстати, мне тут будет. Если ребята будут наглеть, будет крайне тяжело. Давайте дистанцию будем брать. Хорошо. Под Т-шкой меня могут прям уничтоживать. Ребята там ФБшку делают. Красавы, бро. Хорош. Хорош. Спасибо ребятам за то, что отозвались в телеграм-канале и зашли сюда в видосик писать. Красавчики, просто лучшие. Так, в рейзик у меня есть. Я думаю, топорик взять еще нужно будет. Снайперу топорик, да, действительно. Спросите, да нафига? Давайте все-таки будем, наверное, брать шрапнель. Поясняю, почему. Потому что тут будет, скорее всего, загул под товара. Загул под товара, и я думаю, эти загулы нужно будет как-то перебивать. Как мы их будем перебивать? Естественно, с помощью того, что будем кидать шрапнель, хотя бы как-то будем. Что там у алхимика? 600 золота, все, не трогаем курьера. Он там, возможно, что-то себе сейчас понесет, а тут кура вниз летит. И это будет максимально неправильно. Хорошо, стики взял. Бара ушел, да, там? Ну да, бара ушел, я ничего не написал. Странно, что мы у нашей ребятки варды не поставили никто. Жесть, там актив такой. Хорошо, бот тут полетел. Отлично. Я пока что должен тут пассивненько просто стоять, аккуратно ластхитить. Мартретку чуть там дамажить. Вот, например, вот так вот, да, типа. Выгонять ее с лайна уже. Хорошо. Хорошо, стики можно себе взять. И лайн стараться не пушить, потому что если животнич прибежит, я 100% отлетаю. Так, есть, пока фармим. Оп, хорошо. Хорошо. Просто пока плотность делаем. Плотность. Попробуем. Да вряд ли заберем мы ее. Я сейчас, конечно же, не буду попадать. Уйдет на Кате. Хорошо. Пойдет.
Пойдет, стандартненько, в принципе. Только я лайн запушил, вот это плохое. Плохое новостное событие. Давайте сапог возьмем. До топорика все-таки у меня не доходит. До топорика не доходит. Хорошо, шрапнель я размаксил. Размаксил шрапнель. Оп. Просто так дамаги больше внесем, если вроде прибежит у нас. Жиротрум. Жиротрум Жиротрумович прибежит. Тушить. Хорошо, надо отойти, я так думаю. Чуть-чуть отойдем, не будем так нагло стоять. Куру никто не трогает, не знаю. Ты катат, как там? Немножко побаиваюсь. Стой, пауза, Мишка! О, все, пацан, с Мишкой потерял. Мишка! Мишка! Потеряли. Вот, ребята, забавные. Мишка потерял. Сиди. У него этот... Как его там? Помните, шарик? Шарик с мышки выпал. Под стол укатился. Шарик с мышки выпал. Помните? Помните старые мышки, которые на шарике таком были? У него выпал и укатился, короче. Потом он сейчас под столом лазит, там ищет его, короче. Все, гоу. Гоу, ребята. Так, хорошо, куру можно себе взять. Циркли поднести. Хорошо. Давай чуть тебя потушу, дядь. Чуть-чуть совсем. Ой, дядь, да ты шо? Погиблый, что ли? Хорошо, есть. Мартретку немножко подзадушили. Но, кстати, шрапнель помогает. Ага. И животного я тоже, кстати, затушу. Пару я тоже убью под шрапнелью. Только от нос не надо, дядь. Хорош. Что за лев этот снайпер, да? А, 6. А, уже 7. Так что от баратру. Так, смотрите, что нам нужно делать. Так, вилка. И фармим. Хилочки, хилочки, еще раз хилочки. Ребята должны будут нам покупать хилочек. Хорошо. Мы пока аккуратненько и там подфармливаем. И тут аквилу очень хочу. Давайте возьмем хил себе. И надо вардик себе ткнуть. Я сам себе вард поставлю, чтобы увереннее стоять. Там еще тиник как-никак. У меня всего 700 хп. Что-то нужно будет попробовать сделать на мобильность, на раннюю стадию, да? Что-то. А может, не нужно будет это делать. Я пока не знаю. То есть тут такая, знаете, дилемма. На снайпере вот... Сейчас я не знаю, как действовать правильнее будет, чтобы не ошибиться и внести максимальное количество импакта. А именно, что нужно делать там, да? Там, образно, первым артефактом это сделать, первым то. Тут желательно сейчас просто обдуманно как-то делать и, исходя из общих, как бы, моментов каких-то, да, игровых, действовать. Ребята на топе, жесть, там суету устроили. Жалко, телепорта нету, да? Так, ну я тогда вард успею ткнуть. Жесть, там ферма, короче, да? Бешеная ферма. Мне нужно вард ткнуть и уходить на телепорте на таких моментах. А я немного не то делаю. Так, вард поставил. Ставим вард. Хорошо, надеюсь, никто не заметил. Потому что я закрысил этот вард. И, конечно же, что мы будем сейчас раскачивать? Дистанцию, ребятки, берем. Вот так у нас раскач будет. Беру вот это. Беру вот этот телепорт. Хорошо, в случае еще одного такого загула, я уже буду участвовать с ребятами в драке. Все будет огонь. Пока что фармим. 50 урона имеем. Можно, в принципе, начинать, да, я думаю, бабочку делать. Дудку купим. Ага, животничек прибежал. Третьего левела. Жесть, как я перефармил там. Третий левел бара. Третий левел. Ка туда бить бы. Не добил. Печаль. Как долго шрапнель кдшится. Оп. Догонит патронус. Чпау, не успевает. Не успевает закастить. Не успевает. Так, на Т-шку начинаю по чуть бурить. Хотя можно, в принципе, не бурить, поясняю, для чего. Фармить. Максимально много выфармить слайна. Вообще, маску желательно сделать или соколотить. Было бы круто. Вот я все шрапнели просадил, никого не забрал. Это плохо. Это плохо.
Это там. Так, ну я стакну еще разочек. Химику фарма дают. Хорошо. Мне кажется, у меня сейчас тут будет парень на тинике. А, он на топе. Хорошо. Портретка пришла. А вот тут могут так забрать, там хоть и левела небольшие, да? Чпоньк. Хоть левела небольшие, но мне кажется, 700 хп мне не хватит. Промах. Со снайпера, ой, снайпера. Парни на мартретке я смогу, ой, не смогу пробить, а ЕСа смогу. ЕСа смогу, потому что ЕС более такой ватный против снайпер. Тем более у меня почти сотка урона. Оп, хорошо. Подфармливаем. Просто аккуратненько фармим пока что. Сейчас посмотрим по фарму. Будем ли мы делать... Ага. Оу, примем. Ребята. Я буду до конца тушить. Вот это сюда. Блин, там он не даст кастануть. Нормально, нормально, нормально. Я живу тут 100%. Оп, сюда вот так. Бам, хорош. Ну, висп тут меня максимально захилял. Один дай. Ну, один. Хорошо. Так быстрее захилишься, когда вот так делаешь. Все. Отлично. Слушайте, ну, фарм так идет, можно сказать. Давайте сразу в бабочку. Даже без... без отхила. ХП надо немножко увеличить себе. Вот, кстати, можно было бы играть через плюс, да, образно. Увеличив тем самым себе ХП. ХП. Так, паратрум, на лоу левел. О, тини даггер купил. Купил тини даггер. Ну как же без тиника, да? Хорош. Хорош. Ну, в принципе, 10-я минута, уже пора. Там ничего нету по артефактам у него. Нормально. Я не видел, кстати, с руны прыгнул. Варды надо на руну. Я себе поставил, животного-то я видел. А вот тиника не видно. Видел бы тиника, сразу бы, возможно, уходил. Либо не тычковался бы, либо ультанул. Чтобы бару сразу забрать. Так, это понятно. Это понятно, ребята серьезные. У нас, в принципе, по левелу. Давайте оценочку сделаем по левелу. У нас вроде как висп только отстает очень сильно. Давайте клаку возьмем. Пригодится. Пригодится клака. Клака пригодится. Знаешь, ты в туман войны прыгаешь, дядя. Или как прыгает? Ой-ой-ой. Это плохо. Это еще хуже. Пятеро их тут, да? Вот так, пацаны. Ну, такое себе удовольствие, честно вам скажу. Да, впятером тушат. Да уж. Ну чё ж такое-то, ребят? Омник очень сильно подставился, тини с даггером. Омник что-то сильно подставился. Так, ладно, алхимик фармит. Ну пока душит, начать пятером они, тем более, что там душить снайпера-то. Ума много не надо, правильно, ребят? Чемист фармит. Не знаю, чемист со стаками 12 минута, пока ничего нету. Омник должен сзади как-то. Клоаку тоже омнику я порекомендовал купить, потому что там прокасты. Прокасты это бона-бона, сина-бона. Сина-бона. Так, ну если меня будут так загангивать, придется выкупать Madness и фармить
Лесочек. А то Тини сейчас Лотары, Дагера, вот это, знаете, прокаст 1000 миллионов хп сносит. Лаку взял, поможет ли она мне? Так, возьмем двойку. Возьмем двойку, дистанция мне сейчас тут не особо уже нужна. Тут чуть-чуть дэмэджа нужно разбавить. Чуть-чуть дэмэджа. Так, варды стоят. Стоят. Можно работать аккуратненько. Все-таки, наверное, маску возьмем. Дудку я зря взял. Дудка. ХП чуть побольше надо. ХП чуть побольше. Хорошо. Так, блок ходит здесь, да? Все в ажуре. Ух ты, хилит крипов. Зря он это сделал. Лайн немножко толкнул. Так, окей. Тактически, в принципе, у нас пока что все ровно. Пока что все ровно. Одного крипчика тут забрать. Хорош. Масочку купим. Масочку надевайте. Хорошо. Так, Тиник по-любому уже где-то здесь будет сейчас. Ага, вот там. Застрял. Тракса могла его убить. Не захотел. Ну, хорош. Опача. Так, ну если что, тут омник тут. Г. Подраться можно. Че бояться? Ну, двойку даешь на Язере? Вот даешь. Хорош. Не бойтесь. Боятся, ребята, видно. О, вот этого таракана большого. Смотрите, какой сладенький. Цепляю, цепляю. Ля, какая. Бодрая коровка называется, суета. Поньк. Ну хрен мы его догоним, у нас алхимика нету даггера, да? Чарька. Там поднял. Так, Лотар он уже себе купил, этот таракан-жук-навозник. Плохо то, что мы сейчас пробежались. Надо было как-то по-другому работать. Этот Лотар вообще не в тему. 430, но не снесу я столько хп. Не снесу. Корми. Так, мне надо свою куру. Свою куру. Хорошо. Все-таки маднес я сделаю, чтобы выфармливать легче было. Надо. Надо маднес выфармить. И надо плюсы максить. Даже сейчас игнорить хедшот и максить плюсы, потому что я очень ватненький. Умирать. Буду умирать. Тиник нормально там так прыгнул. Так, на топе пойду фарма. Ну да, эти крипы никуда не убегут, а там крипы постоянно фидят. Хорошо. Так, возьми вот так вот сделай. Оп, хорошо, 2500 золотых. На кармане. Тут быстренько зафармим сейчас. Так делаю. То самое чувство, когда шрапнель фармит лучше тебя, да? Шрапнель фармит лучше тебя. Отлично. Блин, а Madness все-таки не очень будет, потому что я буду фармить, возможно, и могу сфидить. Могу сфидить, вон уже там меня обходят. А, ну да, ну да. Ну, такое. Ау-у-у, ну никто не видел, что я тут умираю. Тушит он меня. Да, он так нагло сейчас сыграл. Молодец. Сильный, сильный Тиник. Ух! Мощь! Ладно, берем вынужденную меру, придется взять глиммер, чтобы не умирать от него. Не знаю, почему шрапнель здесь не закинулась, опять-таки я нажимал, можно даже пересмотреть на реплей. Шрапнель я нажал, а толку не было.
Так, ладно, ребята тушат, ЕС у нас влетают, пытаются давать тут хорошие кнопки, но ничего не получается. Алхимик под рипелом бегает. Главное, чтобы сейчас еще позабирал алхимик других персонажей. Даггер нужен алхимику, даггер, даггер, даггер. Продать и даггер покупать, все, работать. Ешку напряг, там бегаешь лево-право. О-о-о-о-о, раз, оп, прыгнул, убил. Все, готово. Армлет есть, что-то драться просто, да и все. Так, дудку дропаем. Так, вот так, вот так есть. Тиник идет, это плохо. Тиник идет. Да давай, 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 ТП-шься. Хорошо. Меня с прокастом не убивает. Смотри, прям находит. Прям находит он такой. Гений игровой зря забрал, мне кажется. Так, ну, у нас работает тут алхимик. Поможем немного. Хорошо. Ну, хорош. Фарм есть. Киника, если забираешь, вообще никаких проблем нету. Отлично. Го, Т2. Т2, Г. Т2, быстренько. Фарма пока нету никакого у нас, да, особого. Пришлось глимерочек купить, ребятки. Дудку я на базе дропнул. Ну, можно, в принципе, сейчас первую бабочку оформить. Золотишко уже располагает. Смотрите, у нас 2000. 2000. И хорошо, можно работать. Т-шку ломаем. Надо уже Б идти. Б надо уже идти. Т-шку мы не успеваем. Алхимик влево-право тут бегал. Этого дэмэджа хватило бы, чтобы забрать. Хорошо. Уходим. Хотя Курумагас. ХП на самом деле не будет хватать, я чувствую. Этот тиник это проблема, рили. Тини это проблема. Две кнопки нажимать против 900 хэповых персонажей, это конечно круто. Но блин, это как крупо, так и глупо. Что поделать, герой? Правильно, ребят. Плаку тоже умник взял, красава, бро. А Мэншин ты, кстати, у нас. Ты смотри. Смотри, 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 смотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это, конечно, такое. Но я не успеваю. Не успеваю, конечно. Не успеваю, поможи сделать. Тиник тут на стреме уже стоит, готов. Готов прыгать. Лака порешает все эти вопросы. Так. Дилемма. Го ХП. ХП, нужно сейчас плюсы просто размаксимать все. Плюсы размакшивать надо. Ага, 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 я понял, понял, ребят. Понял, базар ужок. Эй, зачем спалил? Эх, хукшот будет, умру. Эй, хаслэмает меня, поняли, да? Хаслэмает. Сейчас бы подра... Блин, вижна не хватает, да? Вообще страшная вещь. Вижн постоянно в магазине. Хорошо, хилки там запуливаются, да? Хорошо. Отлично. Так, хилочек там уже есть, да? Отлично. Хилочек уже есть. Давайте, я не знаю, Куру. Блин, да надо Иглхорн добить уже. Да хорош ты. Ой, ну ладно, я куплю. Вот это чисто таракан навозник будет всю игру моросить, да? Ты чё такой? Жесткий. Хорошо. Ну ладно, подставим, ничего страшного. Во, вот сказал, ребята сразу берут варды ставить. Вот, ну я не понимаю, зачем до такого доводить. Вот здесь вард поставить, вот здесь все, и переход. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Вот эти 100 золота мне минус 500 делают, хотя... И вот эти 100 золота, которые я мог, да, ребят, оставить себе на карман. Я вот это хотел пофармить, да. Так, вот это вот сюда, и погнали пешком. Что делать? Погнали, что делать? Долго, долго, долго. На 33-й даже, как на Траксе на этой минуте. Ну, снайпер это не Тракса, конечно. Траксой я еще и сам сколько могу убивать и фармить. А тут я только фидить могу. Потому что против такого пика еще... Неприятного. Только Тини один с прокастой. Ты видите, Клака, я не выживаю. Не выживаю. Смотри, варды встали.
Хорошо. Так, еще плюсы. Отлично. Первая бабочка, может, когда-нибудь сегодня появится, ребят? Как думаете? Первая бабочка может да появится. Хорошо. Так, Иглхорн. Хорошо, сейчас пойдем. Аек мне, Роша, пойдем. Та-та-та. О, Бара 0.5.5 пофидил. Ливнет сейчас по-любому. Сейчас просто ливанет и все. Ой-ой-ой. Вот рак, а. Жесть. Там один Тинис прокатство убивает. Но видите, как получается. У нас одновато, и поэтому ему по кайфу убивать. По кайфу убивать. С прокаста просто вату все посливал и ГГ. И по кайфу. Не забывайте, ребятки, подписан на ТГС. Ссылки все в описании есть у нас, чтобы участвовать в таких видосах. Почему нет? Почему нет? Вот туриста больше брать не буду. Потому что он ливает с игры, видите? Зачем так делать, а? Не понимаю. Не понимаю. Будут потом говорить. Подставные подписчики, да? Типа, как там, постановочные подписчики? Ну, не знаю, сейчас такое бы Тини сразу слоты оденет, ребята оденут. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Такое себе. Так, ну в принципе, по игре, ну, чуть-чуть более-менее у нас тут все понятно. Чуть-чуть понятно. Давайте войс напишем. А, все, вышел. Вышел уже. Ну, такое себе, конечно, про четверых не особо интересно было. Было, будет. Ну да ладно. Да ладно. Кикаем. Кикаем, а что делать, ребят, что делать? Ну, не вариант у нас что-то делать. Кикаем, играем. Кикаем, играем. Ребята все забирают. Мне тоже бы желательно забирать тут что-нибудь. Го, Рошаном. Так, хилочек там есть. Хорошо. Где-то примерно к 30... Восьмой я только одену все слоты, я так чувствую. Свард к нём. 38-й. Хорошо. Да с алхимиком бы связался. Лучше он быстрее дэмэдж вносит сейчас. Пока у меня бабочек нету, ничего нет. О, найс. Так, а Егу я забрал. Отлично. Нет, как будто знал. Ты что? Ты нормальный вообще? Господи, звонит мне. Ты серьезно? Господи, сейчас бы мне на видео во время видосов звонить бы. Гений. 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 Кто мне звонит во время видосов, интересно? Так, ну, первая бабочка у нас, в принципе, есть. Ее мы заменим на стики. На топе надо фарм пойти. Очень медленный, я очень немобильный. Монету алхимику. Ставь фарм. Ставь, оставь, оставь. Ставь, я зафармлю. Ну, оставляет, конечно же, видно. Написал, оставь. Стоит, долбит. Стоит, долбит на траксе. Молодец. Так, ну ладно. Жалко, что их там четверо теперь. Четверо. Такое себе. Так, продаем. Хорошо, это сюда. Это сюда, это вот так, это вот так. Раз. Это два. Так, это у нас вот так, вот так. Это первое, да? И половину второй можно купить. Жесть, хп совсем нету. Все, с хп очень плохо. Аквилу мы сейчас тоже продадим. У нас будет 800 хп. Тини с прокаста нас будет просто изничтожать. Давайте, наверное, пожертвуем маской. Потому что хп мне нельзя скидывать. Лучше Аквилу скинуть. Лучше скинуть Аквилу. Лучше скинуть Аквилу, чем хп. И еще фармим и фармим.
Фармим, фармим, фармим. Подраться бы надо. Я такой подраться бы. Тини там. Я стандартный затар у тиника. Стандартный затар. Так, ну-ка. Вот этого первого. Хорошо. По идее хватает ему. Хотя нет. Хотя да. Найс. Хорошо. Пойдет. Ну стреливай давай. Хорошо. Одна бабочка у нас имеется. Ну и сейчас у нас дед будет. 1000 хп, короче, и 6 баттерфляев. Это жесть, конечно. Страшный дед, конечно. Страшный дед. Оп, хорошо. Есть, вторая. Две есть. Можно попробовать дать минус 5. Минус 5 дать и колодец потушить немного, но только чуть позже. Алхимик пока фармит тоже. Надо эншента, вот это, про варды вообще. Чисто заблочил кэмп, чтобы мы не фармили. Молодец. Боже, я не знаю, кто такой настырный и зачем мне звонит. Это же жестко. Отстань от меня. Так, можно ХГ побить, в принципе, чуть-чуть. Не пушим, да. Гусану лучше не пушить. Но надо фармить тогда. Погнали. Бабочку вкл. Аквилу выкл. Можно пушить. Так, это ладно. А Ега не реализована. Они забились как мыши теперь, да? И все. Забились как мыши. Подфармливать аккуратно. Аега, в принципе, есть, но Аега я не пользовался совсем. Пока колотим крипчиков. Взять бы какой-нибудь бы даггер, да? Типа с даггером быстрее было фармить. Было бы круче. 1000 хп есть у нас. 200 урона, 1000 хп. Хп совсем, конечно, нету. ХП совсем, конечно, все плохо с ХП, но все поделать. Вот тут в центре, вот этот даблоч, что ли? Да не, вряд ли. Так, делаем вот так вот, хорошо. Хорошо, на топчике зафармим. Так, раз, два, три, четыре, ага. Еще чуть-чуть. Так, делаю, да? Вот так вот сделали. Просто стреляет. Автоатака, эвэ. Эвэр. Чисто автоатака снайпер. Давайте сюда. Вся игра ферма сплошная. Вся игра сплошная ферма, да? Вся игра, сплошная ферма. Так, это есть. Так, еще дудку возьмем. Тут заблочен кэмп. Что блочится из-за... Неужели из-за этого сентрика? Так, ТПшечки. О, найс. Пойдет. Отпушено. А если ТПшки нес? Сейчас возьмем. Хорошо. Хорошо. Оп, отлично. Вообще такой смысл, что под репелом я очень крепкий могу быть. Очень крепкий могу быть под репелом. Фармить, фармить, еще раз фармить. Так, ультану сразу. Хорошо. Четко рассчитан. Дэмэджа хватает. Так, 16 левел. По-любому патронус надо взять. Так, это у нас еще дудка. Три дудки есть, да? Три дудки, две бабочки. Хорошо. Жесть, у меня совсем нету хп. Совсем нету. Мартретка там фармит. Кстати, по лесам. Видели, волк ходит, она фармит. 214 урона, но это немного. Колоти. Жесть. Просто колотишь крипчиков и все. Там 71 фласочка, да?
Хорошо. Просто стреляем. ХП, конечно, вообще нет. Блин, ну это забавно. Не знаю, это забавно. ХП нет, но вы держитесь, называется. Опа. Так, сделаем. Оп. Патрончик залетел. Хорошо. Начинаем закупаться сейчас. Глиммер, все это, если что, попродаем. Хорошо. Так, там пошел тиник, да? Да, я видел, что тиник идет. Тиник идет, это дело такое, серьезное. Уходит. 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 Ага. Жалко, что не добиваю. Так, 1200. 1200 хп. Хедшот приходится не докачивать. Ну, понятная причина. ХП нет, но вы держитесь. МХ, типа, пацаны там уже рофлят, сидят. Так, есть. Отлично. Отлично. 71 фласка трансферим. Есть. Опа. Хорошо. Так, погнали одну бабочку еще приобретем. Еще одну бабочку приобретем, ребятки. Let's go. ТДшечка, найс, возьмем. ТДшечку возьмем. ТДшечку возьмем. Опа, найс, еще Евасин. Вот это жестко. Выглядит уже очень жестко, 3 с третьей минуты. Еще чуть-чуть. Хорошо. Выглядит уже очень жестко. Пойдет. Так, 400 урона с дабл дамагой. Окей. Окей. Окей, давайте вот сюда аккуратненько. Расстреляем первого подопытного. Туф-туф-туф. Жесть, уничтожение. Застрелил просто этого робота. Робота-клокверка застрелил. Пойдемте вот сюда, наверное, мне кажется. Годно будет. Годно будет. Тиник там с дубинкой уже. Так, давайте сделаем, что, Евасин себе принесем. Евасин. Вернее, надо его положить будет. Куру. Оп, вот так вот, хорошо. Так, Тиник что-то сплитует, сплитует там, да? А, у меня 1000 хп, типа, он меня жесть как сольет просто на изи. Го, подеремся. Так. Хорошо. Ну, на траксе прям жестко этого было, раздиралово. Тут больше по хп просаживаюсь, нежели чем физушники. Нету физушников, маги в основном, можно так выразиться. Так, есть. Хорошо, еще хпшек добавим. Промах, 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 промах. 62, да? Окей. Гоу, ну глиммер придется продавать, да? Эти глиммер продадим уже. Так, окей. Так, есть.
А не догоним этого каменного глиномеса. Глиномеса не догнать, бро. Так, ну 5 бабочек имеется. 5 имеется. Там ребята дерутся в ХГ. Ну-ка поможи делать. Ох уж это дело. Опа. Бам. Хорошо. Отлично. Еще тиника бы забрать. Тиника бы забрать еще. Где он там, тиник? Нету. Вон он стоит. Умнику. Так, хорошо. Так, окей. Ну, 5 есть. Можно колодец сносить, пацаны. 36-я минута. Хорошо. Го! Хорошо. Колодец, по идее, мы быстро должны сломать, я так думаю. Думаю. Оп, настреляли. Хорошо. Поехали. Ребята, правда, помогать нам будут. Поехала. Поехала, заход у нас. Ломается колодец, но надо ультовать тут. Жесть. Ну, по стандарту, ребят, не знаю, это же страта. Страта колодцы ломать. Хорошо. Тини там работает. Тини, не работай, брат. Атраксу перегрелся. То есть таргет с меня упал. Так, плюсы качаем. Но за один заход, я думаю, сломаем. У, ХП просели уже. А Ега есть еще. Если попадет сейчас. А Ега. Хорошо. То есть попадает очень хорошо, так бодренько. Не заберем мы за один заход за этот. Идти не тут, все тут. Нормально. Ну, забавно, забавно. Не хватает нам еще. Омник чуть-чуть. Ну, там, понимаете, да, таргет перешел и все уже. Жестко. Снайпер в колодце уничтожает. Тиник там еще. Там байбейки пошли. Не чувствуешь. Так, ребята помогают. Если бы бисп там прилетел, да, добили бы. Лоу хп колодец чисто остается, ребят. Нужно додавить. Сейчас мы, в принципе, додавим, я думаю. Додавим. Добьем колодец. Что если, да? Ну и 6-й баттерфляй-то надо взять. 6-й надо взять баттерфляй. Не знаю, катка менее динамичная, чем на траксе, да? Но, тем не менее, 6 бабочек на чуваке. На снайпере, да? Прикольно. Так, Куру Магас. Так, есть. Так, есть. Ага. Вот это надо на базу, наоборот. Нужно будет минуса дать и пойти заходить. Так, хорошо, погнали, топ-дефнем. Топ-дефнем. Так, делаю. Блин, жесть, у меня урона на самом деле немного. Немного урона. Так, что у нас тут есть?
У нас есть и Вася, нужно взять Иглхорн. Вася. Иглхорн. И вот так вот. Все, есть. Есть. Г-драку. И колодец. Слушайте, у меня 1400 хп и нифига просто нету. Это забавно. Погнали. Снайпер. 41 минута, да, получилось у нас. 6 баттерфляев. Ломай. Посмотрим, насколько это сильно, насколько это мощно, ребята. Посмотрим сейчас, кто там у нас есть. Сразу подставляется. Просто снайпер, стрелок. Пищ-пищ, и все. Тинники там, они хг, они дефить идут. Ждем. Так, омника аганима нету, это плохо. Двойку даешь? Хорош, я захожу. Тракса погибла. Ах ты, смотри, какой хитрый. Хитрый на тинике, да? Застреливай, пацаны. Ай, дай трипл, да. Да там еще рейсница, сейчас клок. Туши. Хорош. Ребят, но все-таки в реалиях, как говорится, этой доты, да? Колодец снесли, и сейчас еще снесем вот этого ЕСа. Во! Вот это уже на вставочку. Это уже что-то понятная тема. Ребят, в принципе, получился тот же самый челлендж. А что, если что, и был с Траксой. Причем получился он, ну, чуть-чуть хуже, да, согласен. Чуть хуже, но в целом получилось. Согласитесь, получилось. 6 бабочек на снайпере. В принципе, тоже неплохо сидят. И, ну, довольно-таки вроде прикольно. Но на самом деле, вроде мы так долго выфармливали, много было ошибок. Но в целом задачи справились. Не знаю, понравится там такой видос вам или нет. Просто прошлый видос с Траксой довольно-таки неплохо залетел. Вам, в принципе, я посмотрел и по лайкам, и по комментам. Вроде вам фаново было. Не знаю, почему нет. Вроде интересная тема. Жесть. Ну, можно, короче, знаете, уже... Как я там в прошлый раз, да, там ноги там закинул. Ноги закинул. Сидишь, пьешь чай. Киляешь всех под колодцем. И, ну, в принципе, по стандарту, да, ребят. Что ж, давайте поговорим уже конкретно, да, о самой игре. Что у нас получилось или нет. Снайпер пошел, я даже ничего не делаю. Трипл киллы просто на спокухе. Вот вы сидите, ничего не делаете. Пьете чай, делаете трипл киллы. Прикиньте, как ПТС фармить-то весело. Вот такая вот, ребятки, катка. Надеюсь, вам по фану эта катка, ребятки, понравилась. Не забудьте поставить лайк. Подписаться, если не подписаны. Или можно, в принципе, продолжать дальше стоять под колодцем и ничего не делать. Тут я не знаю. Не знаю. Просто настреливаете, стоите. Даже можно, ну реально, ничего не делать. Вот такое вот. Просто, не знаю, вот что, да? Что делать? Просто ничего не идет. Кто-нибудь, наверное, напишет. Да, ты просто раками играешь, да? Раками играешь. Не, ребят, на самом деле контент есть контент. По фану почему бы и нет? Просто можно вот стоять, рели, нифига не делать. Давайте постоим еще сколько вот. Пока крипы не спушат, будем стоять. То есть, давайте челлендж. Закончить игру без клавиатуры и мышки, да? То есть вот сейчас вот как вот игра закончится, да? Вот челлендж без клавиатуры и мышки закончить игру. Интересно, получится или нет? Все, просто вот. Какой перефарм получился, да? Сидим и кайфуем. О, забашил. Тух. Я просто ничего не делаю. Просто сижу. АФК. GG. GG. Просто сидим АФК.
Можно там вкачать, докачать. 1500 хп, конечно, против прокаста Тини. Но на самом деле, должен отдать должное. Тини две кнопки нажимать умеет. Молодец, это мы все поняли. Клокверк, там что-то Клокверк, говорили, подвел. Ну и Баратрум, конечно же, с этим Ливом непонятным тоже очень сильно напряг. Ну, в целом, что поделать, ребят. Вот такой видосик у нас получился. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Спасибо всем, кто поддерживает, кто ставит лайки, ребят. Обязательно пишите в комментариях еще, может, какой-то еще видос вы хотите, рубрики, может, а что если. Может, у вас есть какие-то еще идеи, пишите это все в комментариях. Обязательно, я это все читаю. Негатив я не читаю, негатив я удаляю, ребятки. Поэтому вот так. Спасибо всем за просмотр. Поставьте лайк за старание, подпишитесь на канал. Ну и, в принципе, все. С вами был Ксеназос, ребятки, и до скорого.